Привет! Не так давно один из крупнейших китайских производителей смартфонов, компания THL, порадовал поклонников бренда очередным творением THL 969. Меня зовут Булат, поехали! 5-дюймовый экран IPS типа с поддержкой до 16 миллионов цветов отлично передает картинку. Отдельного внимания заслуживает камера. 13 мегапикселей с головой хватает, чтобы делать первоклассные снимки. Их разрешение достигает 4096 на 3072 точки. Полезной будет и возможность съемки роликов в формате Full HD 1080. Комплект аксессуаров довольно богат. В нем есть пленка на экран и гарнитура. За быстрое действие смартфона отвечает оперативная память, объем которой составляет 1 гигабайт. В качестве операционной системы для телефона предлагается новейший Android 4.4. Внутренняя память составляет 8 ГБ. Стандартно расширяется она за счет карты памяти microSD. Это был видеообзор от интернет-магазина Pekin.me. Заходите к нам на сайт. Меня зовут Булат. Пока!